Давайте посмотрим, какие у меня вещи самые любимые. Начнем мы с мягких игрушек. Вот мой любимый белый медведь, которым я сплю. Он вам машет и передает большой привет. Следующая моя любимая мягкая игрушка – это кошка по кличке Вика. Кто не знает, что такое кличка, это имя для животных. Это Вика, я с ней тоже сплю. Давайте она сядет около Витюшки. Давайте вот так все. Они обои. Дальше у меня любимые две поняшки. Две рарити. Одна такая рарити, подвижная, а другая просто. Две лучшие подруги. Одна рарити даже кое-что умеет. Я просто соединяю вот эти задние две ноги. Раз, и она поднимает руки. Раз, раз, два, раз, два. Пони сядут обои вот сюда. Клики. Вот так даже ляжут. Следующее. Моя самая подвижная кукла у меня. Это Юми. У нее вот тут крутится, вот тут сгибается, голова крутится. Тут тоже, тут. Еще, знаете, что? У нее вот так крутится. У нее колени сгибаются. Но самое притешается, что она умеет. Она умеет не только, вот смотрите как. Так, так. Вот так, вперед-назад. Вот так, еще она умеет вот так. Такая вот подвижная кукла Юми. Она серьезная, видите? Она тянет вот тут. А это мои любимые телечасы. Я могу по телечасы смотреть время и даже звонить. Вот видите, тут такая штучка, батарейка. Тут палки, когда. Тогда, если нет, есть палки, тогда это заряд. А если нет палок, тогда не заряжены. У меня, например, не заряжены. Но они чуть-чуть работают. Они очень неудобные. Мне они очень нравятся. А это пингвин. Если посмотришь туда, очень много чего-то. Моя любимая блокфлейта, но хоть она игрушечная. На ней не сыграешь милую мелодию, но зато она прикольная, как настоящая. Ну и последняя игра в карточки. Давайте я покажу, как играть в карточки. Эти. Я отложу все в сторону и начнем играть. Надо вначале разложить карточки, просто вот так перевернуть их и просто положить, перемешать потом. И потом поднимать одну карточку и найти такую же карточку. С третьего раза получилось у меня два бегемота. И откладываем в сторону. Дальше. Я запомнила две обезьянки. И сюда. Следующее. Угадала. Не угадала и журавль. Вот я думала вот так. Угадала. Осталось четыре карточки. Угадала. Ну и последние два льва. Кому понравилось это видео, ставь лайки! Какая вам больше игрушка из моих любимых игрушек понравилась? Напишите мне в комментарии. Всем пока!
Оп!